День Республики. В прямом эфире на национальном телевидении Чувашии. 23 июня с 11 до 13 часов телевизионный мост из села Старые Айбеси. Вы станете непосредственным участником ярких праздничных событий в Алаторском районе. 24 июня прямые включения с Красной площади в столице Чувашии. С 14 до 16 часов всечувашский праздник Агатуй. С 18 до 23 часов гала-концерт фестиваля «Родники России», награждение победителей конкурса «Русь мастеровая», шоу победителей международного фестиваля фейерверков.